Так, а у меня... А, не, у меня этих две всего. А нужен три куска. Блин, я бы сходил туда, где вот это падает, если она падает в данжах вообще. Так, Лего у меня упало в руки. У меня здесь нет ни одного эпика. Два куска увеличивает урон, наносимый по врагам, если в 4 метрах никого нет. Сука, это ренджовый чип, это не саппорт, это говна кусок. Для лучников. Атака и хп. Апон... И на хедшот. Да, это, короче, местный ансамбль. Это местный ансамбль. Да у тебя все равно один кусок. Да тут это понятно, ну. Дело же не в этом. Если у меня на Frost Weapons роботы. Есть вот здесь вот робот. Switch. Есть вот здесь вот. Наконец-то Frost Damage апнули. Только желательно вот здесь вот на самом деле, а здесь этого нету. Volt Weapons, Flame Weapons. Fuck. Ну, это будем просто на самую сильную пушку на косу, скорее всего, ставить, да? Ну, пока что можно в нож, а так-то в целом неважно. В любом случае прокачать, потому что это Лего. До какого уровня они максимально качаются? 30-й? Плюс 100 атаки, плюс хп. Сколько там надо? 150 тоже нужно. 40, 80, 120. А, до твоего? Не, подожди. Ну, я же не 30-й, а 33-й. Ладненько. Ладненько. Ладненько, прохладненько. Здесь что у нас? Клейм, матрицы. Значит, идем тратить смолу и покупать косу. Да я прокачаю их, не переживайте. Я не тороплюсь просто. Значит, идем тратить смолу. Ну, честно, я думаю за чипами сходить. У нас нет чипов нормальных. Вот можно вот это попробовать. Нет, подождите-ка, у меня не этих, не эти есть. Мне вот этого одного не хватает Хильды, да? Значит, можно на Хильду сходить. Если вдруг повезет, у меня есть раз Хильда, два Хильда. Мне нужна Хильда здесь и Хильда здесь. Выбрать тебя, третья difficulty. Тут еще ботинки пояс падают. В целом, наверное, неплохо. Ну, попробуем, попробуем. Go match. Здесь выбирается, за кого я хочу играть. Рекомендованные комбо. Ну, у меня все четыре в атаке, ясно. Ну, ладно. Хильда для луков же, оно тебе нужно. Да не важно, какая разница? Там, это, я хотя бы один сет соберу. Один сет это уже будет хорошо. Где косу купить из ивента? Ньюкамер ивент. Бесплатная лего для, на люб, ну, бесплатная любая лего. Хакер, восклицательный знак, сервер. Не знаю, нашел ли ты ответ на вопрос про 10 круток, но это подарок. Close the supply pod. Так он через 10 дней только бесплатным будет. Нашел, но... Типа, еще пока рано. Бля, там катаются на этих. Ну, я в этом данже уже был один раз. Кстати, выжрать вот это дерьмо. И поставить какую-нибудь нормальную зеленую.
О, котятки, да. Так, не помню. Какого? Just water level. Да, я выбрал третью сложность. Нельзя просто поставить здесь штуку, не? Кажется, мы в ловушке. О. It's efficient endurance. А, нет. Конечно, можно. А все это что, ради просто сундука? Какого-то очень ненужного. The fuck? Там чел уже сражается. Где получать ключи для босса? Это где-то по сюжету в основном, по-моему, дают. Upper level. Ну, вроде тут дерутся. Не знаю, какую атаку он сейчас делает, но лучше отбегу. Угу. Лучше бы совсем отбежал. Ой, эти там со своими пистолетами летают, летают, разлетались, блин. Ничего, что я шифтанул ровно в тот момент, когда он встанул. Видимо, ничего. Ну, надеемся, чего добьют. Лидер в битве. Не может Аризуры. Эффективно лук удобнее пистолетов, хотя я с ним мало пока побегал. Не уверен, не знаю. Пистолетами тоже можно издалека прям сильно издалека. Думаю, они чуть более миличные. Как можешь сдохнуть на первом боссе? Ну, смотри, под тобой появляется войд-зона, которая наносит тебе 90% урона. Игра подлагивает, ты даже не успеваешь из нее выйти. Все просто. Старается. Не понятно, сколько у нее хп. О, да. Да, через щит еще пробивается. Да, это он. Наверное, это его хп. You failed. Не, подожди-ка. Нужно же резрекнуться. Что-то хиляет нас. Да это электропосох, наверное, да? Или нет? Не знаю. Так, я, короче, едой буду хилять. Блин, огонь его явно сильнее, чем лук бьет. Да, хотя... А может быть и нет? У меня же не докачан куб. У него там плетецкий пошел. Я, пожалуй, выйду в этот раз. Thank you.
Ректор посох в ПВП просто держит в стане противника, и все, ты ничего сделать не можешь. Весело. Тири-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Прыгнешь в этот? Да ну серьезно. Я специально юзнул ульту кинжалов, чтобы прыгнуть к нему и не сдохнуть. Но ульта жмется не так недостаточно быстро. Vitality Vanguard Spawners. О, пояс. Синий пояс, это неплохо. На каком сервере играть? На самом незагруженном. Ну, либо можешь к нам на Блюмос попробовать зайти. За 30 круток 2 считается, сэро power roll. 30 круток, это хорошо, у тебя уже 2 леги за 30 круток. Я бы сказал, что однозначно не рерол. Так забавно притягивается. Vanguard suit, fall. О, ботинки синие. У меня, правда, уже были. Можешь одуванчик захавать? Для ачивки. Еще миллион дамажу. Клево ему. Right. О, это тот самый как раз, да, я на него жаловалась. Но для моего лучника тоже пасос, он постоянно выбегает из зоны. Чем-то попал. Электричество больше получает. Клёво. Как же весело. Бегать за боссом. Сейчас его с электроэтик. Релли буст, вам абсорбинг. Кристалс точно. Надо их там взорвать. Кажется, это было быстро. Хоть сколько скинжалов пишу. У меня-то нет пистолетов. Сейчас будет ваншот, если мы его не успеем добить. Мы успели его добить. Так, это пока что нынешний дроп с финального. Карпел. Ну, фиолетовый. Хер мне. А не фиолетовый. Чип. Ну ладно. А, да, кстати, мы же, я же хотел гильдию чистить 8 часов после круток. Почему вы мне не напомнили? Поехали чистить гильду. Как тебе в целом тут боссы? Интереснее, чем в Геншине, или то же самое, только принравится? Не, слушай, на самом деле довольно забавные. Тайминги уклонения хорошие нужны, и
понимать, когда ты можешь дамажить, а когда тебе надо бегать. Это все здесь довольно важно, да. Все, больше ни за одним чипом не пойду, пока не начнут леги падать в этих чипах. Они, может быть, и не начнут. Ей, коробка с легендарками в награду. Угадайте, кого мы купим. Так, но перед тем, как мы купим, мы почистим гильдию. Crewmates. Смотрим. Донаты на этой неделе. Алов, тебя я не знаю. Я не знаю твоего ника. Я вижу, что ты последний раз был. 2 дня назад. Кес Сторм. Ремув. Father RTD. Подожди, это не тот, который RTD, RTD. Подождите, у нас, по-моему, RTD. Просто с ником RTD, нет? RGB есть. Просто если это из постоянных зрителей, то... Может, я оставлю. Кабикус. 2 дня назад. Мой эфист. 26-й, конечно, но 2 дня назад. Ребята в онлайне. Ну, чё-то у Николса и Фулзера, которого мы сегодня добавили, не очень получается донаты делать пока что. Ну и, конечно же, их не буду кикать. Три дня назад. Ремув. Ну, Ксеноид играет. Риру. 2 дня назад. 100 поинтов. Ремув. Джисей. 1 день. И Игорич. Сори, ребят. Ремув. Ну, здесь уже, ну, чуть получше. 1 день, 1 день. Все играют, 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 играют. 2 дня назад, конечно. Ну, хотя бы донаты бахнули. Уже неплохо. 5 часов, 3 часа, 5 часов, 30 минут. Большинство прям в онлайне. Все. Короче, у нас 70% онлайна в гильдии вечером... В воскресенье. Все сидят, задротят. Балдеж. Балдеж. Больше 100 за сегодня никак не выйдет. Да не переживай, Ксеноид, я тебя кикать не собираюсь. 145, 10 мест почистили. Еще надо несколько. 1 день. Ников не знаю. Знал бы ники, не кикал бы. Ну, сори. Ну, вот еще 2 есть. Ну, ладно, 1 день, 300 поинтов. Сойдет. Зашли спецом. Так я же не по онлайну смотрю. Я смотрю по тому, сколько донатов закинули, чтобы хоть сколько-то было. И в том числе по онлайну, что играют. Теперь у нас есть 13 мест. Я включаю покупку. И смотрю по знакомым никам в основном. Чем более знакомый ник, тем больше шансов, что мы берем в пати, в гильдию. Джейдог, сап, давнишний, еще с Геншина, Джейдог, тебя точно берем. Ник, говоришь, такой же. Вам еще обязательно надо... Инвайт кинуть, если что. 13-й. Тебя, да, тебя тоже возьмем. Тебя тоже возьмем. Ты же 23-й левел пока, но ты у нас давно на стримах. Ой, джейдок, не вижу тебя. 15 запросов? Ну, кстати, не супер много. Ровно столько, сколько у нас есть мест. Так, Хигура, конечно же, long time
зритель, long time sub. Тебя выполнил. Ой, джейдок, тебя вообще вот не вижу. Кап покупки я не делал, нет, Ян. Я решил, что я дам людям возможность. Еще чистка будет, пока не докачался до гильды. Ой, Holy Shark, я думаю, будут еще, конечно. Я думаю, будут, но где-то... Плюс еще у нас база апнется скоро, плюс 5 мест будет. Скорее всего, она апнется либо завтра, либо послезавтра. Хакер, ну, хакер, тебя, конечно же, был бы рад быть с вами. Добро пожаловать, хакер, твои баллы забрал. Развод на поинты, завтра он вас удалит и наберет новых. Нет, тех, кого мы за поинты набираем, я как минимум помню по никам. Поэтому... В основном. Че, я Джейдога пытаюсь найти. Не могу вообще. Ты точно инвайт в мою гильдию кинул, а не в другую какую-нибудь? Давайте дальше смотреть. Кто один из самых первых? Свулф. Кину через 10 минут, пишет. Ну, у тебя есть чуть-чуть времени. Лёликов. Алгар. Пикселяр. Готфрий. Кратачик. Сейчас я еще знакомые ники смотрю, но в целом... Таблуми чуть-чуть знакомый. Яна, ты... Что ты делаешь? Ладно, давайте одного из первых. Хорошо, Свулф, я тебя возьму. Ты прям ждал. Ты прям самым первым нажал на... на эту кнопку. МБ надо обновить. А, ну может быть, кстати. Может быть, сейчас перезайду. Mates, request. Хотя они как бы появляются по чуть-чуть же. Стоп, есть же... Вот, есть же по букве. Я что-то совсем туплю, можно же по букве смотреть. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Нету твоего инвайта. Сори. Свулф, тебя возьмем. Стэс, говоришь, Стэс. Ты что, хардстоунер, что ли? Давайте Лёликов, Эйби. Тоже одним из первых прожал. 33-й левел есть. Лёликов, у тебя забрал баллы. Сколько мест еще есть? 9 мест, да? Можно еще по левелу посмотреть. Понятное дело, что не все пока задротили. Вот каратайчик, например. Грац. С вступлением в гильдию. ГЦ, ГЦ. Обломич, Обломич, ты у нас часто на стримах сидишь. Ник Облом. Твоего инвайта, к сожалению, нету. А, да, кстати. Возможно, ваш инвайт не кинулся. Джейдок, возможно, твой инвайт не кинулся. Возможно, ты только вышел из старой гильды. Хрен его знает. Возможно. Возможно, ты только недавно вышел из старой гильды, и там 2 часа кдшки есть. Попытка не пытка. Да, да, много людей на самом деле. Сколько сейчас? 16 запросов? Ну, не так много, на самом деле большинство попадают. Большинство попадают. Так, давайте Готфри. Держи. Свулф, ждем тебя, Стэс. Ну, нет пока твоего инвайта. Давайте Пикселяр. Мне нравится ник. 33-й левел есть. Так, сейчас где ты там? Где с тебя баллы забрать? Угу. Лондон М с нами давно. Твой ник прям помню. Еще, по-моему, с Геншина. А может и раньше. Лонд, давай тебя возьмем.
Не вижу твоего ника. Тоже. Кто сегодня не попадет, будет шанс, когда гильду... Да, 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 скоро будет шанс, когда гильда, да, апнется на следующий левел. Это будет либо завтра, либо послезавтра. Очисти список и пусть заново кинут. Скорее всего, есть смысл это делать. Ты купил косу? Я не купил, но сейчас куплю. Я пытался, но меня не брали. В итоге я ушел к Миле. Ну и правильно, хорошо. Ничего, наши друзья. Это тоже хорошо. В общем, да, я не вижу тех ников, которые я озвучил ранее. Мне пишут, что отказано. Ну, я мог отказывать, потому что я до этого нажимал кнопку Ignore All, и сейчас нажму снова. Закиньте еще раз. Может быть, у вас отказывает, потому что вы не можете... потому что вы только что ливнули из какой-то гильдии другой, ребят. Там 2 часа кулдауна есть, если вы откуда-то ливнули. Вижу Гензела, беру Гензела. Генжел. Генжел, ты с нами. Вы же наверняка заходили в какую-то рандомную гильду, правильно? Не, сейчас пришло, видимо, лимит заявок был. А, ну может быть, во, Облумич, берем тебя. Облумич, есть. Джейдога ищем. Все еще не вижу. Кого еще хотел взять? Лонда хотел взять, да, Лонд. Лонда тоже не вижу. Место осталось. 4 места всего. Джейдок, Лонд и еще 2. Я случайно нажал на подать заявку всем. И теперь откисаешь 2 часа. Да, бывает, бывает. Не переживай. Я придержу для тебя. Я еще 2 часа сегодня постримлю. Свуф же. Свуфа же мы ждем еще. Да, я же его выбрал как самого первого. Вот он, Стес. Тогда оставляем место для Джейдога. Оставляем место для Лонда. И последнее место выбираю кого-нибудь. Ра-ра-ра-ра-рам. Ну, и абсолютно нечестно выберу последнего человека, который подал заявку. Экспонента. Он же Дисфлай. Все, оставшиеся 2 места для Джейдога и для Лонд НМ. Все, всем остальным... А остальных сейчас 13 запросов. Не, подожди, давай я у Джейдога заберу. И у Лонда заберу. Остальные 11 отклонить, но у нас либо завтра, либо послезавтра еще увеличится гильдия. Да. Ну и плюс, опять же, здесь есть еще люди, у которых 0 донат, ну не 0 донатов, где-то здесь типа 200. От Вакамани я не кикаю, потому что постоянный зритель играл как бы 18 часов назад, нормально. Вот, Линплиз тоже один из наших постоянных. То есть здесь вот 300-очки, типа, день назад, но это еще пока нормально. Но может быть, еще что-то освободится. Может быть, кто-то не будет играть. Вон тут челики 25 уровня, которые заходили 2 дня назад. Может быть, они вообще больше не будут играть. Все куплено. Нет, я старался брать сколько-то рандомных имен, которых я вообще не знаю. Сколько-то сабов постоянных зрителей. И вон, абсолютно случайно взяли чела, который подал последним заявку. Ну, просто им повезло. Вот. Завтра сбросятся недельные донаты. Да, да, и обязательно напомню всем, кто только что присоединился, помогите вашим... помогите себе, помогите вашим соратникам, которые тоже хотят... друзьям в чате, которые тоже хотят попасть к нам в гильдию. Для этого вам надо взять вот здесь квесты. Те, которые вы можете выполнить, ни в коем случае не берите Frontier Clash. Void Drift, по-моему, тоже брать нельзя. Вот.
Берите только те, которые можете выполнить, и выполняйте, качайте гильдию, мы вам будем супер благодарны. Магазин у нас уже открыт, можете что-то в магазине покупать, забирайте вот эти вот припоинты и дейли донатики тоже делайте. Вот. Все, добро пожаловать всем в гильду. А теперь... Пора покупать косу Кинга, да? Блин, пистолеты тоже клевые. Dual EM Stars. Stars. Чай, водички себе принесу. Скажи, плиз, Крио Мечница или Кинг лучше? С инглишем не очень. Говорят, Кинг сейчас самый суперсильный, потому что он очень хорошо щиты ломает, и потому что у него урон крутой. Ребята, напишите его девушке, чтобы пока его нет, купила куб. Быстрый гайд. Есть коса, брать пистоли. Нет косы, брать косу. Брать косу, поехали. Поздравляем меня с бесплатным кингом. Поздравляем меня с так себе поясом. Че по ботинкам? Физатак. О, физатак это хорошо. Flame Resistance. Ну, вообще я физой не бью, но все равно неплохо. Так, плюс делюк, да, но это еще не все. Дальше мы заходим в магазин кэшбэка. Классический магазин кэшбэка, Weapon Store. И покупаем еще одну косу для первого созвездия. Открываем эту косу. Открываем эту косу. В Warehouse. Апгрейдим ее за 1000 золота. И получаем увеличенный на 15% шаттер. Ради этого мы ее, собственно, и брали. Теперь у нас есть нормальное пироружие вместо бесполезных кубов. И шаттер 14.30. Теперь нам есть чем пробивать щиты. А дальше дамажить луком, а дальше дамажить кинжалами и так далее, и так далее. Вот так это делается. Еще раз, кто не понял, Чезаре, легендарка выбирается в Ньюкамер ивенте в награде за 700. Тебе дают коробку. Вот она, коробка с легендарками. Надо делать New Camera Event во вкладке подарка. Вот здесь вот. Он сам по чуть-чуть делается. Сделать его куча времени. 20 дней есть. Вот. Ну все, на YouTube тоже надо выложить, как мы набирали людей в гильду и как мы купили себе легендарку.